Это чтобы быть уверенным в себе. Расскажи о себе и компании. Итак, мы Warehouse. Наш дом для моделей стрима расположен в Эстонии. И мы ждем всех вас в Warehouse. Всемирно известный Warehouse. Что же мы делаем? Мы можем переместить камеру сюда. Это наш сайт. Тут камеры для уэристов, скрытые камеры и веб-модели. Что мы делаем? Пойдемте сюда. Вы можете наблюдать за девушками с разных ракурсов. Вы можете общаться. Вы можете делать все, что захотите. Вы можете давать им чаевые за это. О, это как подглядываться. Так и есть. Вы правы. И даже сейчас. Это 24 на 7. Кстати, онлайн. В любое время суток. Вы можете видеть из разных комнат, с разных камер, что делают девушки. Скажи, самый большой заработок модели. Ну, это более 10 тысяч в месяц. И это учитывая то, что мы только 7 месяцев на рынке, то есть меньше года, а мы уже делаем хорошие доходы для всех моделей. И мы тоже в этом участвуем, поэтому мы здесь. Я знаю много мужчин, которые платят девушкам просто за камеру в их доме для подглядок. И поэтому это круто. Самые большие апартаменты в мире, с кучей камер. Это модельный дом? Да, мы можем так сказать. Потому что здесь только модели. А это действительно большой дом с кучей камер. Вебкам на новом уровне. TikTok-дома, теперь вебкам-дома. Да. Как ты видишь будущее компании? В целом мы хотим открыть больше таких домов. На самом деле мы хотим быть повсюду в мире. И мы хотим предоставить возможность работы для моделей. Это наша главная цель на данный момент. И если мы ее достигнем, мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Где девушки могут найти вас? В каких странах? Сейчас мы находимся в Эстонии, поэтому мы приглашаем всех девушек, которые смотрят это видео, в Эстонию, посетить наш Warehouse. И мы будем ждать вас там. Спасибо большое за интервью. Вам тоже спасибо.